Около церкви Спаса на Яру на земляном склоне обнаружены останки человека. Черепа, кости, рук и ног нашел рязанец. Об этом он сразу сообщил в правоохранительные органы. Информация об инциденте поступила в Московский межрайонный следственный комитет 26 мая из УВД Советского района. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которую возглавлял следователь нашего отдела. В ходе проведенного осмотра места происшествия действительно были обнаружены фрагменты костей предположительно человека. Согласно предварительным данным, данным костям не менее 100 лет. Для изучения останков назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будут установлены причина смерти, пол и возраст человека. Но у археологов уже есть предположение, откуда появились кости на земляном склоне у церкви Спаса на Яру. Храм, который мы с вами сейчас видим, Спасоярский, построен в 17 веке. За время своего существования на нем, возле него произошло очень большое количество захоронений. То есть до 18 века на территории города было разрешено хоронить людей, и кладбище активно функционировало. Археологи предполагают, что при изучении данной территории они смогут найти здесь не только кости, но и фрагменты древних надгробных памятников. В ходе простого визуального осмотра вот этой территории, где были найдены кости, также мы обнаружили очень интересный предмет, артефакт самый настоящий. Это обломок, осколок лицевой поверхности средневековой белокаменной русской христианской плиты. То есть надгробие, которое было орнаментировано, как вы видите, орнаментом в виде плетенки. Это явно был угол, потому что одна поверхность сохранилась. Такие плиты датируются периодом 16-17 столетия. Археологи надеются сделать здесь интересные находки.